Вместо Капитана Америки и Железного Человека – герои Великой Отечественной. Уральцы выпустили комиксы с рассказами о подвигах местных героев в годы войны. Необычный формат авторы выбрали не случайно. Они считают, что так в картинках современные школьники лучше запомнят историю. 35 тысяч экземпляров книги уже разобрали пятиклашки. Для них Великая Отечественная – это было не нечто, что было давно, 70 лет назад. А вот, они бы узнали про своих земляков, про тех людей, которые жили с ними в одном городе. Я хочу, чтобы современные мальчишки просто захотели... Я хочу быть, как Василий Казанцев, я хочу быть, как Василий Луценко, я хочу быть, как Аркадий Белов. В отличие от импортных персонажей, в этом сборнике все герои настоящие. Подвиги земляков в красках рисовали местные художники. Чтобы рассказать о войне в картинках, авторам пришлось порыться в архивах и детально изучить биографию каждого из героев. Изначально комиксы появились в «Челябинской газете», иллюстрации сопровождали рассказы о ветеранах войны. Со временем на полосе им стало тесно, вот и пришла мысль издать рисунки отдельно. Теперь изучать историю снайперов, разведчиков и танкистов школьникам стало интереснее. Альтернативные учебники им уже пришлись по душе. Честно, комиксы я никогда не читала, но вот эта книга мне очень интересна. Даже отдавать не хочется.